Здравствуйте! Вся Молдавия и Пазу пришли смиренно просить газу. Что? Игай, не надо, они супирались. Я пошутила. Я люблю поросят. Ой, извините, я русских. Нет, просто я по дороге читала, это у нас есть такая повесть, это переводится как сказка. Повесть о Поркуле. Сказка Скрафаненка. Да. И не просто я так про Скрафанян. Но я пошутила. Вы думаете, я против России? Да чтоб я сдохла на этом! Ой. Черт. Что-то я ляпнула, не подумав. Простите. Я ляпнула, не подумав. Я с Россией. Россия у меня в Медваласову. Фу, пронесло. Хорошо, что не закончила стихотворение, то предложение. А то так бы и осталось тут. Ну, знаете, как политика. Я как Матагала Хари. Я слушала, что мне говорил Володимир. И все рассказывала Володе. Если не верите, позвоните ему в Кремль. Да. Позвоните. Думаете, я боюсь, что ли? Я знаю, я политиха. Уже много лет. Я еще была в политике, когда мой учитель потом сел. Ну, ничего страшного. Но я, когда еще Молдавия была зеленой, была в политике. Потом она посинела, потом она пожелтела, потом посмотрим, что уже будем делать потом. Ну, короче, что там с газом? Вы не можете забыть. Дайте я вытру вашу эту гордость. Нет. Да я не плюнула вам в лицо, я хотела вычистить, что я наговорила. Может, мои слова там прицепились за вашу гордость, я протру. Нет. Ну, как хотите. Как будто, знаете, как будто прям девственница. Мы пришли, а они не хотят нам дать газ. Мы пойдем к европейцам тогда. Посмотрим, что вы там будете делать тогда. Что? Там тоже ваш газ? Ну и что? Зато в европейской упаковке. Ну, пожалуйста. Ну, как вы меня не понимаете? Ну, у нас есть в Молдавии такое поговорка. Я такое существо. Я привыкла сидеть к курунду люнтри. Понимаете? Я же девочка. Может, простить? А? Ну, пожалуйста. Подумайте. Хорошо, подумайте до завтра. Мы еще придем. Да. А где тут можно у вас поесть в Санкт-Петербурге? В Неве? А это что? Это река? А у вас места нету или прута? Нет? А почему? У нас есть. Даже цветочный мост у нас был, а у вас? Ну что, если есть у вас мосты, которые разводятся, не заводятся? А цветочного не было, как у нас. Хорошо, простите. Хорошо. Завтра мы будем тут в 8 часов утра. Спасибо за внимание. А вы, конечно, ласовай. Простите. Там. Ну, они не ели, не кушали, пока мы ехали, они не ели ничего. Ласовай, рот фрумоз, бомбоните один. Простите. Его родила мама в винограднике. Да. И штуки. Простите еще раз. Простите. Одехал. Чукалёк, ну, что мне думать? Пиздяло, мы как бой хотел. Сидеть, честно.